Ребятки, всем привет, как я обещал. Это видео про здание кефира. Вот сейчас напротив него стою. Знаете что? Первое впечатление. Бомжатник, ребята, самый натуральный бомжатник. У меня в ЛСД, и то лучше база стоит. Вообще кошмар. Я даже боюсь вам его показывать, но я думаю, придется. Придется мне это сделать. Ох, ребятки, закрывайте глазки. Это здание кефира, ребят. Тут много чего понаписанного лишнего. Я думаю, их не офис там где-то внутри. Холодно-то как на улице. И праздники, да, сегодня праздники. Сегодня 5 января. И мы, к сожалению, вовнутрь не попадем. Кстати, всех с Рождеством, ребят. С наступающим Рождеством. Всех благ вам, счастья, здоровья, удачи и всего-всего наилучшего. Трамвайчик поехал. Ну что, здание? Давайте посмотрим на здание. Впечатлений у вас, наверное, масса, да? Как кефир может жить в таком здании. Там вот номер, если вам видно, 102. Это проспект Ленина, 102. И в Play Market можно найти дом именно 102, офис 311. Внутрь мы пока, к сожалению, никак не попадем. По одной простой причине, что праздники, ребят, идут праздники новогодние. Вот, и мы туда никак не едем. Я вам номер поближе покажу. Оп. Видно вам, да? Номер 102. Так что как-то так, ребят. Еще один трамвайчик поехал. Вот. Вот он, я возле здания кефира. Там живут разработчики, ребят. К ним мы обязательно сходим. Как праздники кончатся, мы пойдем к ним и будем забирать наши баки, наши вилки, наше все. Мы с них выбьемся, вот так вот поймаем дядьку и будем: отдай мою вилку. Если тебе нужна вилка, мне нужен бак, я пойду к ним за баком. Быть может, мне к ним прийти к ним со своим баком, а, ребят? С баком прийти вот с таким вот и сказать ему: слышь, дядь, вот этот твой бак от чопера засунь мне туда в игру и дай мне. Отличная идея, ребят, я над этим подумал. Но если ты смотрел это видео, обязательно поставь лайк. Ребята, у меня возникла гениальная идея. Давайте, если это видео наберет сколько лайков? Ну, соточку, ребят. Мне соточки будет достаточно в связи с тем, что у меня 200 подписчиков. Соточку лайков, и мы пойдем к разработчикам внутрь. Да, ребят. Так, пальчики жмем вверх. И всем спасибо. Пока-пока.